Более 80 тысяч армян бились против фашизма в армиях союзников, в партизанских отрядах и в рядах сопротивления на территории оккупированной Европы. По сей день в Греции, Италии и Франции помнят Андроника Гукасяна, Ирванда Гукасяна, Сильвестру Калияна, Аветиса Ярджана, Марата Тартаряна. В Италии подпольщики Макартыч Даштаян и Геворг Калазян навечно остались в списках героев. Во Франции действовал Национальный армянский фронт сопротивления. Мисак Манущян, Нышан Термартиросян, Гаек Тпирян, Арсен Чакрян и Арутюн Гараян стали национальными героями. А именем Мисака Манущяна названа одна из улиц Парижа. В Болгарии сражались Акоп Паранян и Эрминерос Градлян, которой едва исполнилось 17 лет. Рука об руку с югославами сражались Аракел Саакян, Цолак Африкян, Паргев Акопян. Только в армии США более 20 тысяч армян участвовали в боях с фашистами. Навсегда прославились генералы Саркис Зардарян, Гаек Шакиджан, Эрванд Дервишян и майор Кир Киткарян. Многие, многие другие. Стоит отметить, что армянский народ в Великую Отечественную войну понес страшные потери. Каждый второй не вернулся с фронта. Этот выпуск посвящен им, героям, победившим в этой войне.